Накануне в Москве на турнире М1 Challenge 75 спортсмен из Ингушетии Абубакар Местоев единогласным решением судей одержал победу над бойцом из Германии Ника Самсонидзе. С самых первых секунд боец из Ингушетии показал свою тактику на бой. Если в дебютных поединках Местоев проводил взрывные атаки, то здесь действовал более взвешенно и аккуратно. Бойцу из Германии оставалось только надеяться на перевод соперника в партер. Второй раунд прошел в том же духе. Абубакар атаковал, Ника защищался. В третьем раунде на последних секундах боец из Германии попытался провести болевой на ногу, но наш земляк не сдался и завершил концовку в свою пользу. Это первое поражение в карьере Ника Самсонидзе и уже четвертая победа Абубакара Местоева.